это собрали? Много. А что мы с ними делать-то будем? Я суп тебе сварю. Люблю тебя. Ты где ночевал? Дома. Я соседке звонила. Она сказала, у нас вечером света не было. Я пришел поздно. А я тебе не верю! Лена, я очень устал, у меня болит голова. Не верить – это твое конституционное право. Только не верь молча. А я не буду молчать! Я тебя убью скорее! Ну, убей, если тебе станет легче. Только помолчи, ладно? Убью тебя! Я тебя всю ночь ждала! Убью! 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 Убью тебя! Ты точно все купил, как я говорила? Да, все купил. Все, как он любит. Черешню, клубнику. И, пожалуйста, Андрей, поговори с ним, чтобы он хорошо себя вел. Я все помню. Извини, дорогая, тут вторая линия, я перезвоню. Пока, целую. Слушаю. Ромов, срочно подтягивай своих в Истринский район. Принимай первое дело. Убит генерал Кравченко. Понял. Похоже, те же ребята, что грабанули поселок в пятницу. Вынести ничего не успели. А где Елена? Лена! Лена. 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 Ну. Все. Лен, все. Все, я уже здесь. Я здесь, Лена. Держись. Пустите машину, вы не видите, женщина рожает. Вы вообще нормальный? Сядьте машину! Дорогая, потерпи, я сейчас договорюсь. Дорогая, вы что, не понимаете? Она не может больше ждать, у нее воды отошли. Сказал, жди! Что случилось? Да ждем, полчаса какую-то шишку стоим. А, у меня сейчас жена, понимаете, уже в машине прям родит. Гражданка, успокойтесь, все будет хорошо. Пропусти ты меня, начальник, ну ты нормальный вообще, нет? Нормальный! Тишина! Что такое? Что? Куда? Что вы делаете? Капитан, немедленно пропустите машину с беременной. Еще один умник. Сядь в машину и жди! Капитан, не распускайте руки. Да ты что? А где начальство? Да вон он на перекрестке. Ничего себе, шеф зажигает. Поможем? Да вроде сам справляется. Гражданин, успокойтесь! Гражданин! Давай, подержу пока. Проезжай. Так ведь потом по судам затаскают. Проезжай, я сам разберусь.
Капитан, что здесь происходит? Товарищ генерал-майор, пытаемся задержать нарушителя. Какого еще нарушителя? Полковника САУ? Полковника чего? Следственно-аналитического управления. Капитан, ты совсем дурак или как? Андрей Владимирович, что здесь произошло? Да вот, проверяли подготовку экипажа ДПС. Я не велел вам перекрывать дорогу. Я, кажется, просил только поставить патрульные машины на нерегулируемых перекрестках. Капитан, ты что здесь устроил, мать твою? Уйди отсюда! Уйди, чтобы я тебя не видел! Товарищ генерал, разрешите представить мою оперативную группу? Майор Доронин, майор Валеев и капитан... Орлова. Учи, кстати. Вот заодно вам Кравченко и передам. А, в смысле? Версия с ограблением не подтвердилась. Елена призналась в убийстве мужа из ревности. Принимай. Как же мы повезем, у нас одна машина. Ну, значит, надо вторую вызвать. Погоди, не звони, сами справимся. Вы с Валеевым садитесь в мою машину, а Доронин Кравченко отвезет в изолятор. Понял. Пойдемте со мной. Пойдем. Пройдемся. Разговор есть. Ты знаешь, я даже рад, Андрей Владимирович, что тебе передали дело Кравченко. В моих обстоятельствах сажать Елену, ну, совсем не с руки. Совсем. Надеюсь, ты меня понял. Не совсем, товарищ генерал. Но мы с Кравченко дружим полжизни вот так. Ладно. Поехали на место преступления. Веду тебя в курс дела. Стойте. Пулевых. В грудь и в голову. Несите. Стрелял из кабинета. Где лежит пистолет мужа, Лена, конечно же, знала. Миш, твои закончили? Да, сворачиваемся. Отлично. Пойдем, Андрей Владимирович, все сам увидишь. Понимаете. За вещдуки расписаться надо. Да вы что? Когда это такое было? Фотография. Коля, флешку дай! Что у вас за контора такая? САУ. Новая. Это не первый случай в этом поселке. Недавно дачу Сергеевых обнесли. Ну, призналась ли она уже потом, когда я приехал. Наедине расплакалась. Я это дело по даче Сергеевой тоже тебе передаю. Разберешься? И вот еще что по поводу Лены. Я думаю, ее провести можно... По 107-й. Состояние аффекта. Пока ничего конкретного сказать не могу. Буду держать вас в курсе, товарищ генерал. Ну, я завтра заеду в управление. Чем смогу, помогу. Будет надежно.
А все дачи следы оперативников, грача. Так что, мягко говоря, картина маслом смазана. Дай пинцет, пожалуйста. Трудно с тобой не согласиться. Андрей Владимирович, Мельников беспокоит. Слушаю, Михаил Николаевич. Нужно вам кое-что показать. Я сейчас в следственный изолятор, а потом к вам. Понимаю. Но лучше вам заехать до того, как вы допросите Елену Кравченко. Возможно, и разговор у вас сложится по-другому. Я понял. Пора сворачиваться. После первого выстрела Кравченко был еще жив. Видишь? Капля крови на занавеске. Это следы второго выстрела. В голову. После того, как Кравченко уже лежал. Ну, отлично. Срезай. Зачем? А ты не знаешь? Вас что, всех в САУ? По объявлению набрали, что ли? Чего-то типа того. А я сам заметил, не сразу. Кровь запеклась. Вот это пятно вокруг пулевого. Я сделал смыв, результаты еще не готовы, но я почти уверен, что это ожог от пороховых газов. То есть стреляли с близкого расстояния, почти в упор. Ну, у жены генерала железные нервы. Хотите сказать, контрольная в голову? Понял? Здравствуйте, Елена Васильевна. Я из следственно-аналитического управления, полковник Громов. Расскажите, что произошло сегодня днем на даче? Убийство. Витя гулял. Вот и догулялся. Я его предупреждала. Поподробнее? Поподробнее вам расскажет его любовница. В котором часу Кравченко приехал на дачу? Около 3 часов дня. Я ночевала на даче. Витя непонятно где. Мы ругались, я его убила. Допустим. Сколько раз вы выстрелили в Кравченко и куда именно? Я не помню. Все как в тумане было. Я подожду. Это очень важно. Пожалуйста, оставьте меня в покое хотя бы до завтра. Хорошо. Завтра мы отвезем вас на следственный эксперимент. Зачем это? Так положено. Надеюсь, домашняя обстановка поможет вам вспомнить все детали. Постарайтесь поспать. Хотя бы немного. Thank you.
Привет. Ну, смотрите-ка, честно, домой привез. Оперативникам хотелось кормить. Отказались. Видимо, недостаточно знакомы. С рук не едят. Боятся. Это не смешно, Андрей. Ребенок тебя, между прочим, целый день ждал. Ну, не преувеличу. Я ему позвонил, предупредил. Завтра с утра обязательно съезжу. Ужин. Клубника потекла, черешня сгорела. Я вообще не понимаю, зачем ты на эту дачу поперся? По-моему, это дело оперов, а не начальства. Или я чего-то не понимаю? Или чего-то не понимаешь. Но я обещаю, остаток дней проведу в кабинете. Андрей, не делай из меня идиотку. Я серьезно. Так, ну-ка. На меня два дела падают. А у меня в группе только трое оперов и психолог. Угу. Причем ребят я в деле не видел. Только имена успел выучить. У меня команды нет. Я мог не поехать, Лиз. Тебе вечно больше всех надо, Громов. Что? Шутка. Лиз. Потом, потом. Потом. А он что тебе? Да ладно, так и сказал? Обалдеть, ну обалдеть. Держи, это себе. Мне целую пачку? Да, делюсь по-братски. Ты же уже практически мой брат. Без крови нам побрататься нельзя? Нельзя. Нужно, чтобы кровь смешалась, и мы стали кровными братьями. А у нас ножа нет? Сточу на кухне. А что, если не получится? Что-нибудь придумаем. Но если решили побрататься, значит, надо. Война войной, а обед по расписанию. А вы? Да мы обед еще не заслужили. Я в личную жизнь шефа никогда не лез, свечку не держал, так что вы не по адресу. То есть вы как помощник генерала, который работал с ним не один год, ничего не видели и ничего не знаете? Позвольте вам не поверить. Помните, как говорят? О покойниках либо хорошо, либо ничего. Я человек военный, а приказа сплетничать не было. А вот ваша подруга по Фейсбуку, Юля Смирницкая, приказов не слушает. Фитнес-клуб «Аллегра», она там тренер, с ней разбирайтесь. Приятного аппетита, товарищ подполковник. Мы находимся на улице Лесницкая. Именно здесь живет Вера Кравченко. Ранее ее отец, известный генерал, был застрелен в собственном доме. В убийстве подозревают жену генерала.
Все подробности мы узнаем прямо сейчас. Саня, снимай! Вера, подскажи, пожалуйста, кто представляет интересы нашей партии? Не пожалуйста, Вера, ты... Оставьте мои родители, я не хочу с вами говорить, пожалуйста! Дайте на вас фигни, мы готовы заплатить, скажите. Пожалуйста, не трогайте меня. Вера. Еще одна. Все закончилось, опоздала. Досадно, да? Вера, я не журналист, я психолог. Я пришла тебе помочь. Мне не нужна помощь. Я хочу, чтобы от меня отстали. Понятно? Вера, выпей чаю. Я не хочу пить. Вера, я хочу вам помочь. Меня зовут Маргарита Корецкая. Я из следственно-аналитического управления. Как вы мне поможете? Папу не вернуть. Папу не вернуть. Но у вашей мамы есть все шансы получить минимальный срок. Вера, надо собрать все силы в кулак. Надо помочь маме. У вас есть родственники? Тетя Таня, мамина сестра. Она только прилетела и из аэропорта едет. Елена Васильевна, где вы стояли, когда вошел Кравченко? Здесь и стояла у стола. Что вы делали в этот момент? Искала пистолет и нашла его в одном из ящиков. В каком именно? Покажите. Я волновалась и теперь точно не помню. Хорошо, что было потом? Я... выстрелила дважды. Пистолет был на предохранителе? Какой предохранитель? Я не знаю. Я бросила оружие, переступила через тело и выбежала из кабинета. Веру они в свои взаимоотношения не посвящали. Ну, это неправильно делали. Ну, я это знаю. Ведь он здоровье был помешан. Не курил. Фитнес, охота, спорт. На него 20-летние девки западали. Генерал,
Конечно, он этим пользовался. А Лене? В этом году полтинник. Целлюлит и ботокс. Пластику в этом году неудачную сделала. Ну, конечно, она его ревновала. Вот и сорвалась. Ну, помогите сестре. Ну и мы в долгу не останемся. Знаете что, тетя Тань? Вы за своим лицом следите? Думаете, я не знаю ничего? Да это вы ничего не знаете. Мама отца любила, всю жизнь за ним по гарнизонам и общежитиям моталась. И он ее уважал. А вы сейчас языком своим натрепите ей на 105-ю статью. И себе заодно, на 291-ю. Взятка. Ну, мама сама призналась. А это еще не доказательство. Она у нас юридически закончила. Не оставляйте ее сегодня одну. Ни в коем случае. Здравствуйте, Юлия. Мы из следственно-аналитического управления, майор Доронин. Моя очаровательная спутница, капитан Орлова. Позвольте задать вам несколько вопросов. Каких, например? Например, что вас связывало с генералом Кравченко? Осторожно, она тяжелая. Для вас? Я вижу. Ну, с генералом Кравченко нас связывали чувства. А его старушка вцепилась в него мертвой хваткой и все-таки прикончила. Откуда вы знаете? Я так думаю. Она ведь не хотела делить имущество, но это понятно. А я смотрю, вы не сильно расстроены смертью любимого. Вик, что ты... Вы что-то говорили по поводу имущества. Ну да, говорила. Я ведь неделю назад поставила ему условия. Ага. Либо он подает на развод, ага, либо мы расстаемся. Ну и что он вам ответил? Обещал поговорить с женой. Как видите, поговорил. Мы можем зафиксировать ваши показания на бумаге? Легко. Мне ведь скрывать нечего. Отлично. Да. Показания Смирницкой могут осложнить и без того незавидное положение вдовы генерала. Про то и речь. Преднамеренное убийство, поэтому и выстрел в голову с близкого расстояния. Позу смени. Товарищ полковник, я думаю, расчет Елены был получить по минималке и выйти через 2 года по УДО. И наш-то делить не придется. Возможно, если предположить, что Кравченко потребовал развода у жены сразу после разговора со Смирницкой, если потребовал. А я думаю, что речи о разводе не было вообще. Разрешите, Андрей Владимирович? Конечно. Мы вас слушаем, Маргарита Николаевна. Я распечатала запись своей беседы с Татьяной Куциной, сестрой Елены Кравченко. Так вот, Смирницкая была далеко не первым увлечением генерала, но никогда по сей день разговоров о разводе в семье не поднималось. Что логично. Ну, а что логично? Может быть, это были просто мимолетные увлечения, а Смирницкая – это любовь настоящая. Любовь и брак – понятие тождественное далеко не для всех. Люди, склонные к полигамии, каким был генерал Кравченко, вкладывают в это понятие совсем другой смысл. Маргарита Николаевна, извините, не обижайтесь. Можно как-нибудь так объяснить, чтобы даже я понял? Олег Павлович, Кравченко был ходоком. Ходоки ходят по бабам, дуют им в уши, разводят на секс и никогда на них не женятся. Так понятно? Да. Здравствуйте. Извините, что помешал. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Уделишь мне пару минут? Конечно. Коллеги, прервемся ненадолго. Андрей Владимирович, тебе по штату еще
пара сотрудников полагается. А у меня ребята отличные. Ученики мои по академии киснут на бумажной работе. Посмотри, может, возьмешь кого? С удовольствием. Отлично. Ну, что там по делу Кравченко? Экспертиза готова. С минуты на минуту должны принести как раз к освещению. Что ж, я тогда тоже послушаю, если не возражаешь. У меня полчаски есть. Буду только рад. Отчет Мельникова. Почитайте, Маргарита Николаевна, почитайте. Показания Елены Кравченко на следственном эксперименте не совпадают с заключением судмедэксперта. Второй выстрел в голову был совершен практически в упор. А Елена Кравченко утверждает, что она стреляла с расстояния нескольких метров. Я прав, Кость? Пока только одно могу сказать. Спонтанным это убийство не было. Вот Костя говорит, что я прав. Но это очевидно, что Елена Кравченко планировала убийство мужа заранее. А это полностью подтверждает нашу с Орловой версию. Да, только без рук, Ватсон. Почему ты решила, что я Ватсон? Почему не наоборот? Потому что ты у меня на подхвате, а не наоборот. Пойдемте докладываться. Я, значит, на подхвате. Или вот. Отличник, три языка, стреляет как бог. Видно, не дождусь. Пора ехать. Я сообщу Геннадию Петровичу. Да-да. Результаты экспертизы, товарищ полковник, только что поступили. Ну, вы присаживайтесь, ребят. Я на минуту. Мы постоим, постоим. Данные баллистики подтверждают, генерал Кравченко был убит из собственного табельного пистолета. Дактилоскопия и смыв с рук Елены Кравченко положительные. Следовательно, можно утверждать то, что пистолет Кравченко был в руках у Елены, и она из него стреляла. И на руке Елены осталась характерная травма между большим и указательным пальцем, нанесенная подходящим затвором пистолета. Да. Обычная травма неумелого стрелка. А вы вещи все проверили? Да, мы проверили все женские вещи в доме. Заключение в отчете. Вы присаживайтесь, коллеги. Сейчас начнем. Что-то не так с отчетом? Все так. Ну, что думаешь, Андрей Владимирович? Да что там думать, товарищ генерал? Все ясно, 105-я статья. Мне, например, ничего не ясно. При выстреле с близкого расстояния кровяная пыль оседает на одежде убийц. После второго выстрела кровь из головы Кравченко брызнула так, что осталась на шторах. А на одежде Кравченко следов нет. Да, это так. Получается, что если контрольный выстрел сделала не вдова, то и первый выстрел не ее рук дело. Я теперь вообще сомневаюсь, что Лена Кравченко убила своего мужа. Ты хочешь сказать, что его убил кто-то другой? Я этого не утверждаю, товарищ генерал. Возможно, Лена чего-то боится и оговорила себя. Да и вот еще что, коллеги. Это наше первое дело, поэтому договоримся на берегу. Мы здесь для того, чтобы ставить вопросы и искать ответы. А судить Доронин будет суд. Слушаюсь, товарищ полковник. Меня интересуют все контакты Кравченко за последний месяц. Встречи, поездки, служебная деятельность. В общем, все. Ну, что встало? Двигай давай. Слушаю. Закрывай дело Кравченко, полковник. С кем я говорю? Это не важно. Тебе достаточно признать очевидное. Жена убила мужа. Получишь 50 тысяч евро. Предлагаю встретиться и все обсудить. Встретимся. Всему свое время. Я вас слушаю. Мне только что звонили. 1:52. Срочно пробей номер, я жду. Хорошо. Так, номер принадлежит Корецкой. Кому?
Маргарите Корецкой, нашему психологу. Скинь мне на номер ее адрес. Простите, что беспокою, но я по важному делу. Проходите. Мы не побеспокоим ваших домашних? Я одна, сын в лагере. Чай, кофе? Я на минуту. Хотел вас завтра привлечь к допросу Лены Кравченко, но не могу дозвониться. Что у вас с телефоном? Не успела вам сказать. Я его потеряла или, может, украли еще перед совещанием. Когда вы это обнаружили? Когда я пришла домой. Впредь сообщайте о подобных пропажах сразу. Мне или в управлении. Блокируйте сим-карту. Иначе мы не сработаемся. Что-то случилось? Или вы пришли просто прочитать мне нотацию? Завтра в 9 жду вас в СИЗО. Чтобы вызвать меня в СИЗО, вы могли позвонить на городскую. Он есть в базе. Простите, не сообразил. Вы не похожи на человека, который плохо соображает. Вы похожи на человека, который говорит неправду. Маргарита Николаевна, вы забываетесь. Извините, Андрей Владимирович. Профессиональная деформация. Вот посреди ночи разбуди, всем диагнозы ставлю. Слушаю. Сейчас подъеду. Что случилось? Елена Кравченко повесилась ночью в камере. Никто не видел. Как никто? А соседка по камере? Соседку этапировали вчера, а поселить никого не успели. Всех сотрудников режима, дежуривших этой ночью, ко мне на допрос. Это можно здесь допросить? Я сказал в САУ. Хорошо, хорошо. Я вам понадоблюсь на допросе? Конечно. Вы же у нас специалист. Я не поняла, о чем вы, Андрей Владимирович? Если меня уличили во лжи, я думаю, с сотрудниками режима вы тоже справитесь. Кто первым обнаружил тело Лены Кравченко? Вы или Маневич? Я первый. Ну, то есть даже не я, а раздатчица Панина. Я окошко открыл, она сунула туда свою баланду. И давай орать. Вы сразу вошли в камеру? Нет. Все как положено. Вызвали дежурного замначальника. Ну, с ним и с Маневичем вошли. То есть вы даже не попытались оказать помощь Елене Кравченко, да? Да куда там? Она к утру уже вся почернела. Ночь просто порвала, привязала ее, тык. Второй случай на моей памяти. Кто следил за коридорами с дежурки? Я и Ложкин. Так ночью в коридоре никого не было. Здравствуй. Ну, давай, рассказывай. Ну? Что рассказывать? Я уже все рассказал, мне рассказывать больше нечего. Ничего не видел, ничего не слышал. Как фамилия? Да вы сами сначала представьтесь, деловой. Если я представлюсь, ты обдрищешься. Проспал, сволочь? Кто проспал? Я тебя урою, урод! Товарищ генерал! Мразь, я тебя ублюдок! Товарищ генерал! Я закопаю тебя, тварь! Я тебя... Товарищ генерал! Я прошу вас выйти. Все, все, Андрей, все! Геннадий Петрович. Андрей, разберись, я тебя умоляю, разберись, что там у Ленки за соседка была. Может, в камере конфликт случился? Может, она блатная какая? Ленка же резкая, она могла бы ответить не по понятиям. Понимаешь, скандал, конфликт и все, сам понимаешь. Разберусь, обещаю. Если, Андрей, если Ленку заказали, то без помощи сотрудников режима не обошлось. Либо проспали, сволочи, либо кто-то на лапу сунул. Я ж по мордам их вижу, врут, скоты, врут, Андрей! Я понял. Я провожу вас, товарищ генерал.
все равно поверить не могу. Ленка бедная. Всю жизнь совестливой была, вот и приговорила сама себя за убийство. Не, ну понятно. Понятно, что дали бы ей по минимуму. Ну а как жить-то после такого? Дочери как глаза смотреть? Извини, Громов. Погорячился я. По делу ограбления дачи Сергеевых новости тоже плохие. К сожалению, хозяйка дачи, где было совершено нападение, скончалась в реанимации от полученных травм. Завтра нужно опросить соседей, выяснить, какие вещи были похищены. Да там хватает работы с этим делом, Кравченко. Нам бы еще пару оперативников. Я подобрал кандидатов, завтра познакомитесь. Тело Кравченко отвезли на экспертизу? Да, Мельников должен ночью заключение дать. Что будем делать с сотрудниками режима? Предъявить им пока нечего. Будем ждать заключения судмедэксперта. Если хотите, пока могу дать свое заключение. По сотрудникам режима, как вы и просили. Хорошо. Сделайте. Письменное видео. Еще 20 км осталось. Ты, кстати, удочки взял? Я водки взял. Это зря. Тебе что, человека повесить, что кошку? А я, если сегодня не нажрусь, спать не смогу. Смотри, гайцы у моста стоят. Че им на проселке надо-то? Того же, чего и нам, Коля. Баба. Спокойно. Старший лейтенант Сухаров. Проверка документов. Закрывай дело Кравченко, твой сын у нас.